Алоха, с вами Swordflame, и в этом видео мы получим несколько новых титулов. Нам нужно вернуться на остров развлечений, а в комнату с автоматами. После этого будет сценка, и нам нужно будет за Джудит сыграть в покер против проигрока. Независимо от того, выиграем мы или проиграем, мы получим на нее новый титул, который также дает и новый костюмчик. Чтобы получить титул для Ворона, который не дает новый костюм, нам нужно 300 фишек и 30 раз платить по 10 фишек, чтобы сыграть в игру Драспи, но не играть в нее. То есть мы платим, заходим и сразу же выходим. Тогда мы получим на него титул. И можно будет играть в эту мини-игру уже бесплатно. И если мы купим самую дорогую вещь за фишки, она стоит 300 тысяч фишек, то также будет небольшой диалог и получим еще один титул на Джудит. Но уже он не дает костюмчик. Также в этом видео мы выполним задание гильдии, которое взяли несколько видео назад. Итак, погнали!
手にした刃に全霊を込め、か弱き乙女が一人で挑む。いざ勝負なのじゃ。何やってんだパティ。ユーリカ、驚かさないでほしいのじゃ。見ての通り魚をさばいているのじゃ。儀式みたいなのしてなかったか。おいしく魚がおろせるよう気合を入れてたのじゃ。全力勝負がうちらの糧となる魚への礼儀なのじゃ。っていうか、あんたの方が魚の糧にされそうだったわよね、魚人退治の時。料理中にパクッと丸飲みされないよう気をつけてね。飲み込まれたら中から美味しくさばくのじゃ。刺身を極めた今のうちなら魚ごときに負けはせぬ。気合十分だな。飯楽しみにしてるぜパーティー。任せるのじゃ。有利のために2匹でも3匹でも10匹でも心を込めておろしまくるのじゃ。いや、刺身ばっかりそんなにはいらねえ。それにしてもジュディスがあんなにカード強いなんて思わなかったよ。そう？別に普通だと思うけど。そういえば聞いたことがある。何？知ってるのかレイブン。なあ、その昔竜にまたがったさすらいのギャンブラーの噂があってな、そいつが行くカジノというカジノは片っ端からそれはもう絞り取られて潰れていったという。竜にまたがったって、それそのままジューディスのことじゃん。噂におひれがついてるわね。ノードポリカノはブラスティア壊しただけよ。くだらないこと言ってないで、さ行きましょ。いや、竜に乗ったギャンブラーに潰されたカジノって一つや二つじゃないって話なんですけど。Thank you.
Thank you.
不思議な人たちだね、アリ地獄人って。目的も正体もわからないしな。別に知りたいとは思わないけどね。さすがは天才魔導士さん、もっと大きな謎を求めてらっしゃると。でもあの洋服というか着ているもの可愛かったですよ。あら、私は牛人の方が好みだわ。おさんももっと背が小さければあの洋服を着られるのに。そうそう、カロルぐらいなら着られるんじゃない。僕？いや、絶対似合わないって。そんなん着てみねえと分かんねえぞ。ユーリまでやめてよ。そうとなれば早速。いやー、こういう時だけあの二人は息が合うな。ほんとお似合いね。
慣れないメンツ。戦の将軍、あの空中に砲がついてカチカチする気がこの人だな。砲が見えるか、爆死攻撃に射出、鋭き風、さすらい射出攻撃食らう、全エイトスパイク、とどろけ勝利の歌。
забавный этот квест. С лопатой сразу вспомнилась русская классика, лошадиная фамилия, и вспомнилась Вита Люси из комиксов «Ходячие мертвецы». И сериала, конечно же, тоже. Ну что ж, мы выполнили еще один квест гильдии, получили несколько новых титулов. Неплохо. Также полезные вещички купили за фишки, но вне видео когда-нибудь я еще подфармлю фишек и куплю там еще вещи, поскольку вроде бы в других местах их не найти, кроме, конечно же, желешек. И на этом моменте я это видео закончу. Если оно вам понравилось, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями и знакомыми, пишите ваши комментарии. А с вами был Sword Flame. Всем пока!